Эй, доброе утро! Сегодня я проснулась и осознала, что в этом году я закончила универ, и у меня осталась только та учеба, которая в виде курсов. И давайте собираться на нее вместе. Онлайн-учеба позволяет мне вставать тогда, когда я хочу. И у моего организма есть два здесь любимых времени. Это 8:00 и 6:00. Сейчас я просыпаюсь абсолютно без будильников, и мне безумно от этого комфортно. Посмотрели на самолеты, а теперь можно и пойти умываться. Я толком ничего не брала с собой из ухода, поэтому туториал будет очень быстрым. Чистим зубки, наносим сыворотку, которая будет защищать наше личико, ну и, конечно же, патч. Вообще, обычно завтраки у меня очень красивые, но именно сегодня я так захотела самые обычные горячие бутерброды. Если у тебя обычно в ответственные моменты так же, то ставь лайк. Делаю их и снимаю их в свой инстаграм. Вчера я рассказывала там о том, как я готовлю кашу так, чтобы она была рассыпчатой, а сегодня поделюсь классным рецептом рыбки. Поэтому подписывайтесь, потому что у меня там очень красиво, интересно и вам 100% понравится. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember. Поели, а теперь можно и к практикам приступить. Сейчас я каждое утро медитирую и делаю это под медитацией в своем боте в Телеграме. Он совершенно бесплатный, поэтому можете его использовать, если вы не знаете, с чего начать, если вам не хватает мотивации, и если вы не знаете, под какие медитации, собственно, медитировать. Ссылка будет в описании. А также я записалась на индивидуальные занятия по медитации. И сейчас делаю дыхательные практики. Дыхание влияет на весь наш организм. Остановитесь и прислушайтесь к себе. У вас брюшное или грудное дыхание? Правильное глубокое дыхание считается то, где при вдохе надувается живот и грудь не шевелится. Такое дыхание может вылечить даже серьезные болезни. Визуализирую и теперь иду застилать постель и делать макияж. Если честно, нет у меня никакого макияжа. Здесь я крашусь очень редко, а утром вообще никогда этого не делаю. Единственное, это крем для лица и гель для бровей, поэтому уже можно идти и переодеваться. Обожаю магию монтажа. Ну а теперь за учебу. Для начала я прохожу курсы, которые сама купила. Потом отвечаю ребятам со своего курса и записываю необходимые вебинары или лекции. Каждое утро я прохожусь по своим маленьким целям. Это те самые декомпозиции, про которые я часто рассказываю в своем инстаграме. И пишу, что меня приблизило к реализации этих больших целей. Пишу планы на день, сегодняшний или завтрашний. На самом-то деле люблю писать заранее, вечером, но иногда мне бывает так лень, поэтому приходится это делать утром. Ну и обычно освобождаюсь я к 5 часам. Училась, и я думаю, что все после учебы хотят всегда пойти отдохнуть, поэтому именно этим сейчас я займусь. Как же прекрасно жить у моря, потому что прямо сейчас я пойду наполняться именно туда. Ну и, конечно же, приглашаю тебя на свой канал, поэтому не забывай подписываться, потому что здесь море вдохновений и положительных вибраций. Пока-пока. Все, ты должен куда-то не уйти.